Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас обзор на вот такие вот печеньки утренние. Стоили они где-то 98 рублей. Без скидки, наверное. Перекрестки. Вот. И часто замечаю, что их никто не покупает. Поэтому я решила их купить и посмотреть, что же там внутри. Почему их никто не покупает-то? Если печеньки вкусные, то их будут брать, правильно ведь? Сколько бы они ни стоили, но тоже не перебор, слишком дорого. Тем более здесь есть источники B1, B6, PP, BC. То есть витаминки, да? Смотрите. Тут даже есть, как нужно правильно завтракать. То есть 4 печеньки с утра. Молочный продукт, то есть йогурт какой-нибудь, да? Фрукт. И напиток. Вода, либо чай, либо кофе. Вот как надо завтракать. Когда сяду на диету, может быть, их куплю. Хотя навряд ли. Так, давайте найдем состав. Здесь у нас состав, наверное, вот. А, вот тут вот должен быть. Ой, что так мелко написано. Специально пишут. Так, надеюсь, вам будет видно. Кому интересно, стоп, нажмите и прочитайте. Наверное, вам не будет видно, но... B1, B2 витамины, тра-та-та. Кстати, состав довольно маленький и, наверное, вполне хороший. Ну ладно, давайте их откроем, посмотрим. Ай. Опа, как это было красиво, да? Прям ших. 5 штук, только они почему-то у меня задом наперед легли, непонятно. Вернее, кверх ногами. Упаковка, кстати, у них вообще непримечательная. То есть здесь они красивые. Тут они, честно говоря, не очень могли бы, конечно, сделать тут тоже упаковку довольно красивую. Вот так вот кого-нибудь угостишь, человеку понравится, да? А он потом жизнь не вспомнит. Ну, не вспомнит, реально не узнает, что это была за печенька такая вот упакованная. Не по этим же знакам он знает, да? И здесь ничего не написано, то есть... Так, пробовать мы с вами будем вот эту. Так. Здесь 4 штучки. Нам понадобится большущая тарелка. Опа. Честно говоря, так вот в сумочку положить можно. Где-нибудь там перекусить печенькой, чтобы не покупать какую-нибудь ерунду. Выглядят, конечно, они... Но они по размеру отличаются. Здесь, конечно, они красивее, кстати, выглядят. Даже взять любую. Здесь и видны и семечки, вот, и всякие там козявочки видны. Но она реально аппетитно выглядит. Ну, конечно, здесь уже, если приглядеться, то... Честно, не настолько красиво. Ну, как-то выглядит, как обычная печенька. Внутри много семян. Надеюсь, что там семян не перебор. Потому что я не люблю, когда слишком много там. Так. Ну, давайте попробуем ее на вкус. Вкусная она или нет. Сейчас мы все узнаем о ней. Почему же ее люди не покупают? Пробуем. Когда я его положила в рот, честно говоря, мне показалось, что я взяла ложку йогурта молочного. Такой прям отдающего йогуртом, каким-то и кисломолочным, и молоком. Такое, как будто оно хрустящее. Ну, когда начала жевать, да, действительно похоже на печенье злаковое. Причем я вот это как бы слово не читала, что оно мультизлаковое. Ну, прям похоже такое все, печенье. Ну, честно говоря, обычное, стандартное такое печенье. Мне кажется, даже не стоит оно своих денег. Ну, такое вкусное, нормальное. Хрустящее, жуется вполне. Ну, так, вполне нормально. Такое перекусить можно, покушать можно, но я думаю, все-таки подешевле оно должно стоить. Такое нормально. Давайте еще раз попробуем. Или, может быть, слишком... Хотя нет. Слишком немноговато вроде там.
Ну, не сказать, что его хочется поесть снова и снова и снова. Такой, ну, нормально. Чего-то не хватает там. Явно чего-то не хватает. Он, кстати, не приторный, почти даже не сладкий. Ну, сладкое чуть-чуть совсем. Половинку вот эту я взяла, я ее прожевала с трудом. Она немножко жестковатая. Больше по ощущениям, как будто взяли песочное печенье и добавили туда злаки. Все перемешали, сделали печенье. Потому что я пробовала другое просто злаковое печенье. Там реально, там обалденно просто вкусно. На него обзор, кстати, тоже скоро будет рядышком где-то там. Вот, там называется уже печенье со злаками, а здесь мульти злаковое. То есть вот там прям вот хочется есть и есть, оно нереально вкусное. То есть здесь, ну, как-то так. Вот теперь понятно, почему люди не берут. Если люди не берут, значит, что-то там не очень печенье. Не знаю, но можно, может быть, там взять, так вот перекусить, так вот это. Ну, 90 рублей и больше там, если даже оно... Нет, не стоит. Рублей 50 оно, может быть, еще как-то так. Как-то мне все время казалось, что злаковые печенья все-таки изготавливаются как-то по-другому. Вот такой у нас с вами был обзор. Если вы это печенье пробовали, обязательно напишите в комментариях свои отзывы в YouTube. Мой канал называется Артмания. Также обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мой ролик, который выйдет уже завтра. У нас каждый день выходят влоги, как мы с Сонечком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. И обзоры на продукты через день выходят. Также на моем канале есть обзоры на технику, фоны, живопись, кулинария и еще очень-очень много всего интересного. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!